Новый японский робот-ровер для лунных миссий. Робо-рыбка из стволовых клеток человеческого сердца, роботы-трансформеры, первый автономный полет Black Hawk и новые планы Илона Маска по колонизации Марса. Все новости высоких технологий в одном выпуске. Поехали! Японская компания JITAI разработала усовершенствованный лунный роботизированный вездеход R1, который может выполнять задачи общего назначения, такие как разведка, добыча полезных ископаемых, инспекция, техническое обслуживание, сборка. В декабре прошлого года робот прошел испытания в кампусе японского аэрокосмического агентства JAXA. Сообщается, что поверхность имитировала лунную, но были ли смоделированы гравитационные и температурные условия на спутнике, в пресс-релизе не сообщается. Робот-ровер JITAI R1 успешно выполнил все запланированные задания. Среди них передвижение по заданному маршруту с преодолением препятствий в виде камней, в котором роботу помогли ноги со всенаправленными колесами, подъем по песчаному склону с уклоном до 20 градусов, задачи по сборке солнечных панелей, части которых хранились в специальных контейнерах. Панели будут критически важной частью лунной инфраструктуры, и их сборка станет одной из первых задач любой миссии по созданию лунных баз. Также R1 собрал и запечатал для хранения образцы имитированной лунной поверхности. В компании сообщили, что к настоящим испытаниям на Луне робот будет готов к середине 20-х годов. Представители технологического института Вирджинии представили композитный материал, способный превращаться из плоского листа в сложную форму. Он сделан из эластомера с узором из надрезов, которые определяют, какую форму примет материал. Внутри листа эластомера находится каркас из металла, который плавится при 62 градусах по Цельсию, и гибкий нагревательный элемент. Нагревание металлического скелета до состояния плавления позволяет листу деформироваться, а затем он снова остывает и принимает стабильную форму до следующего нагрева. Такое изменение формы может сделать робота более универсальным и проходимым. В общем, ждем Терминатор 2. А инженеры из Северо-Восточного университета в Бостоне показали конструкцию захвата, который стабильно работает в трех разных конфигурациях. Переход между ними осуществляется встряхиванием. По сути, эта концепция объединяет три разных типа захвата в один. Парк беспилотников китайской AutoX роботакси превысил 1000 автомобилей. Это стало монументальной вехой для компании, автономный парк которой и так является крупнейшим в Китае. Интересно, что недавно в США вышло исследование, доказывающее неэффективность бизнес-модели беспилотных такси, о чем мы рассказывали в прошлых выпусках. Но китайцев это не останавливает. Возможно, они его даже не читали. AutoX даже запустила специальную производственную линию по производству роботакси 4-го уровня автономности. Все новенькие роботакси оснащены системой AutoX Gen 5, официально запущенной в июле прошлого года и работают без сопровождающих водителей. Объект является первым в своем роде в Китае. Хотите попасть в один из главных центров робототехники в Европе? Присоединяйтесь к бизнес-миссии робототехников в Данию, которая состоится с 20 по 27 марта. Вы сможете посетить датский город Оденсе, насчитывающий больше 300 компаний и исследовательских центров. В эти дни там пройдет выставка R22 — самое большое событие в Северной Европе, посвященное технологиям автоматизации и робототехники. Параллельно с выставкой 24 марта пройдет Оденсе Investor Summit, в рамках которого с 2015 года было привлечено в стартапы более 860 миллионов евро. Во время поездки вас ждут экскурсии в такие компании, как Universal Robots, Mobile Industrial Robots, OnRobot и другие. Для вас будут организованы встречи с российским торгпредством в Дании, кластером Odense Robotics и организацией Invest in Odense. Присоединяйтесь, если хотите изучить мировой рынок робототехники и найти партнеров для бизнеса в Европе. Оставить заявку можно по ссылке в описании видео. Компания SpaceX активно готовится к первой тестовой отправке на орбиту Земли корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy. В преддверии события Илон Маск показал работу своей гигантской башни с механизированной рукой под названием Mechazilla, которая будет использоваться, чтобы собирать звездолет перед стартом, а также ловить ракету-носитель Super Heavy и космический корабль Starship при приземлении для повторного использования. Маск рассказал, что конструкция звездолета, который он все же надеется запустить на орбиту в этом году, пересмотрена в части
двигателей. Так, в Super Heavy будут использоваться 33 двигателя вместо 29, а в Starship 9 вместо 6. Сами двигатели тоже будут заменяться на новую версию Raptor 2, производство и тестирование, которое уже ведется в Техасе. И хотя на данный момент есть проблемы, а именно камеры сгорания двигателей с повышенной до 230 тонн тягой плавятся в процессе работы, основатель SpaceX надеется, что скоро она будет решена и компания начнет выпускать к следующему месяцу по 7-8 двигателей в неделю, а к концу года производить каждый месяц по одному Starship и Super Heavy. Также предприниматель представил новую анимацию колонизации Марса. Ее он сопроводил словами о том, что Starship снизит стоимость доставки грузов в космос в десятки раз, до 100 долларов за килограмм и даже ниже, что сделает идею колонизации гораздо более осуществимой, учитывая, что первой колонии потребуется порядка миллиона тонн ресурсов с Земли. Недавно состоялся первый автономный полет американского многоцелевого вертолета Black Hawk UH-60, оснащенного системой LS. После переключения в автономный режим вертолет сам осуществляет предполетную проверку, запускает двигатели, раскручивает винты и взлетает без экипажа на борту. Первая беспилотная миссия длилась полчаса и осуществлялась с обычной для вертолетов этого типа скоростью и высотой. При этом вертолет передвигался по смоделированному городскому пейзажу, избегая воображаемых зданий и планируя маршрут в режиме реального времени. Затем Black Hawk самостоятельно выполнил серию маневров и совершил посадку. Нидерландская компания APO.com Group, являющаяся лидером в области автоматизированной онлайн-фармацевтики в стране, показала, как устроены ее склады. Интеграция роботов-манипуляторов RightPick от Right Hand Robotics, отвечающих за подбор товаров, в систему автоматизированного кубического хранилища от AutoStore позволила автоматизировать работу склада, функционирующего в режиме 24/7. Роботы RightPick подбирают и сканируют товары при приеме входящих и выполнении исходящих заказов, обрабатывая тысячи наименований в день. Стоит отметить, что площадь склада составляет 20 тысяч квадратных метров. Потенциал китайской метавселенной оценили в 8 триллионов долларов. Следуя мировому тренду, местные IT-гиганты, такие как Tencent, NetEase и Alibaba, уже вовсю инвестируют в это направление. Подробно про метавселенную можно посмотреть в видео в подсказке. Интересно, что многие сферы метавселенной предусматривают использование криптовалют, на которые в КНР наложен тотальный запрет. Вместо этого в Китае активно продвигают государственную валюту — цифровой юань. Вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга и кражи криптокошельков стали распространять под видом токенов NFT. Дело в том, что токены такого типа могут хранить контент за пределами блокчейна, и в этом случае есть возможность создать токен таким образом, что при покупке он может представлять собой картинку, а после продажи использоваться для выполнения других задач. Исследователи Гарварда и университета Эмори проводят удивительный эксперимент с биороботом. Робот в виде рыбки постоянно двигается, развивается, улучшая свои характеристики и живет своей жизнью уже более 100 дней. Клетки для робота были выращены из стволовых клеток человеческого сердца и модернизированы для работы в новом качестве. Они располагаются на гибкой пластинке, и между ними установлена электромеханическая связь. Слои клеток синхронно сокращаются и растягиваются, а соединяющий узел задает частоту и ритм сокращения. В ходе эксперимента клетки продолжают созревать, что увеличивает амплитуду колебаний, а следовательно и скорость передвижения робота. К сотому дню он стал почти таким же шустрым, как настоящая рыбка семейства Данио. Программа поддержки стартапов Open Innovation Startup Tour пройдет в этом году в офлайн-формате. В марте команда проекта будет работать в Саранске, Новосибирске, Хабаровске, Якутске и Иркутске. В апреле конкурс пройдет в Казани, Перми, Архангельске, Ростове-на-Дону, Таганроге и Саратове. Для команд разработчиков это возможность представить свой проект признанным экспертам в области технологии и развития бизнеса, побороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и найти инвесторов. Если вам интересно, ссылку на регистрацию оставим в описании видео. Робокот Битл научился ходить по потолку благодаря очень легкому корпусу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий.